Всем привет! Это канал Ростелекод и я, Анатолий Донец. Все обратили внимание, что по всем телевизорам, во всех соцсетях, даже в Ютубе идет агитация выборов. Честно, вот тут уже вся эта агитация. Хватит агитировать. Мы и так все знаем, что 18 марта выборы в президенты. Да ну нахуй! Но это не точно. По факту, что мы можем с этих выборов знать? Да нифига. Мы не знаем. Хотя мы догадываемся, что следующим президентом будет опять Владимир Владимирович. Вовчик, ты когда на пенсию уйдешь? Может, хватит уже? Я понимаю, за тебя все пенсионеры, весь Крым будет голосовать. Easy, easy, real talk, think about this, man. Не вся молодежь хочет голосовать на выборах даже за вас. Уважаемый Владимир Владимирович, пришли 3 новых кандидата, даже 4, которых я реально не знаю. Где вы их берете? Собчак прется в президенты. Ну, ей-то куда? Ну, по-моему, все уже поговорили про Собчак. Сильное заявление. Я, по-моему, единственный, кто не говорил про эту уважаемую мадам. А какого хрена? С ее домом 2. Как они вообще помогают стране или помогали как-то? Я единственное этого не заметил. Или пришел такой, думаешь, о, сейчас будут выборы. Точно, а выдвину-ка я свою кандидатуру на выборах. А чего бы и нет? Народ потянул, чтобы за меня проголосовали. Допустим, даже если взять того же самого Жириновского и поставить его у руля, это будет полный фарш-маг. Не все рады тому, что даже если Путин снова будет президентом, я не скажу, что все рады. Нет, 50%. 50 на 50. И по-любому все идут на выборы проголосовать за Путина. Может, мне свою кандидатуру на следующий год выдвинут в президенты? Оу май! Через сколько там следующий год? Через 4? 6? 8? Или уже Путин посмертно, как его величество? Король России Владимир Владимирович! Завтра уже выборы. Я даже не знаю, за кого проголосовать. Честно, я даже не знаю, за Вовчика не хочу. Голосовать за Жириновского? Нет, Жириновский, в принципе, он говорит правду. Да, он приводит очень много-много доводов, которые реально открывают людям глаза, но это шут. Это тот человек, который просто, если станет у руля, сразу разгрозится война. Буду делать видеообзоры на все комментарии, которые находятся у меня на канале, в моем видео. Да, есть отличные комментарии, есть плохие комментарии, где меня учат, говорят, чувак, не матерись, это плохо, на камеру, это вообще жесть. Да, я с этим согласен, я стараюсь, вот сегодняшнее видео у меня просто ни одного мата нету. Да, порой хочется просто-напросто такое ляпнуть, ну его. Но я сдерживаюсь. Я обещал, матов на канале, как говорится, больше не будет. Только маленькие небольшие превьюшки, которые будут вставляться в видео. Ёбаный в рот, да как так-то, а? Да, типа такого. Всем приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал. Комментируем, оцениваем лайками, дизлайками. Всем пока.